В Сургуте завершилась всероссийская смена по литературному творчеству. В ней приняли участие сотни школьников из Югры и других регионов России. В течение 10 дней дети думали над вопросами, как популяризировать чтение и как формировать интерес к литературному творчеству. Обсуждали новые возможности популяризации науки и сохранения национальной культуры. Во время работы над кейсами ребята творчески подошли к задаче. Предложили перезагрузить инфраструктуру библиотек, обсуждали внедрение искусственного интеллекта. Лучшие литературные работы были отмечены наградами от организаторов смены. Я нашла себе новых знакомых, я смогла себя реализовать. Благодаря преподавателям из мастерских я выросла в письме. Теперь я пишу гораздо лучше и четче, как мне хотелось. И вообще это очень крутой новый опыт, потому что это первый лагерь вообще в моей жизни. Очень интересный был кейс, связанный с тем, где граница использования искусственного интеллекта. И ребята проанализировали возможности современных сетей, о том, как они могут влиять, на какую стадию литературного процесса. Это очень важно, потому что даже сейчас, получая грантовые заявки на литературные конкурсы, мы сталкиваемся с тем, что иной раз авторы подают те произведения, которые созданы искусственным интеллектом. И здесь возникает вот эта тонкая грань, насколько искусственный интеллект способен передать замысел, сюжет, литературное творчество и насколько он может заменить человека.